Всем привет, с вами Аурум, и сегодня мы будем смотреть Funny Moments Brawl Stars, и видос у нас называется Gene Streak Brawl Stars 2019 Funny Moments. Сегодня не Team Royale, дело в том, что я обнаружил, что Team Royale снимают уже теперь все, прям все, и его видос смотреть, то есть повторную реакцию делать после миллиона ютуберов на сегодняшний день тяжело. Я помню месяца 4-5 назад, когда реакция на Funny Moments снимал только я, было довольно просто и легко. Теперь же подобрать видос, на который еще не делали реакцию, блять, какая-то высшая математика. Поэтому, ребят, накидайте мне предположительно Funny Moments, которые мне стоит посмотреть. Ну и прямо сейчас подпишитесь на канал, если хотите видеть еще больше Funny Moments и моих, и реакций на эти Funny Moments. Ставьте палец вверх и подписочку обязательно. Только 49% сейчас зрителей вот сейчас смотрят меня с подпиской. 51% без подписки. What the fuck, пацаны, подпишитесь, скоро 2 ляма. И спасибо за этот видос Алексу Ро. Кто бы это ни был, ссылка на оригинальный видос в описании. Кстати, я надеюсь, все понимают, что нельзя залипать в одну и ту же игру целыми днями. Все равно хочется какого-то разнообразия, какого-то челленджа, который бы отличался от повседневных игр. Лично вы в такие моменты можете выходить в море, а конкретнее в игру World of Warships. Это реально крутая игра, которую каждый может скачать совершенно бесплатно. Здесь очень зрелищная и яркая графика, интересный тактический геймплей и просто огромное количество реалистично отрисованных военных кораблей. Эсминцы, крейсеры, линкоры, авианосцы. Выбирай именно то судно, которое будет отвечать твоему стилю игры. Мощные и сильные линкоры против маневренных эсминцев. А может, вам понравится что-то среднее? Тогда отличным выбором станет крейсер. Если не справляешься с крейсером, садись обратно на эсминец и на полной скорости торпедируй врага. Не хочешь играть за Советский Союз? Выбирай Японию и Ямато, ведь в игре представлены сотни достоверных моделей кораблей, которые ты можешь прокачивать по своему собственному усмотрению. Играй бесплатно один или с друзьями. Качай World of Warships по моей ссылке в описании, и если ты новичок, получи подарки. Неделю премиум аккаунта крейсера «Аврора» с командиром и целый миллион кредитов. Погнали! Первое, что показывает нам Алекс, это, в общем-то, трюк с Джином, насколько я понимаю, я уже его где-то видел. Вот, ну, я просто именно этот момент я уже начал смотреть, поэтому не буду лукавить. Красиво. Это лайфхак. Это не баг, ничего, это скилл-тема. Годный лайфхак. Еще Алекс интересен тем, что помимо просто нарезочки, он еще вставляет видео мемасы, что доставляет еще большего удовольствия. Ой, вот здесь хорошо. Ой, как хорошо, не может быть. А ты что, просто бан. Биби тупо в соло двумя ультами уделала несколько пацанов. Этот Дэрил был у меня в прошлой нарезочке Funny Moments. Вот в воскресенье мы видели этого Дэрила. Видели, видели, видели. Что поделать, если мы его видели? Ничего страшного. Он просто, просто невероятный. Туп... Пацаны! Хейдыш! И этого братана мы видели. Ну, бля, я на это могу смотреть вечно, на самом деле, потому что, ну, это очень классно. Это прикольно. А вот этого я не видел. Что тут? Что тут? Значит, Фрэнк заходит, ультует по... Оооо, годнота! Единственный момент меня бесит, что он обрезал видос, и мы не увидели, сколько было хп. Но я так понимаю, хп было прям до хера, процентов 90, наверное. Так что это было годно. Воу-воу-воу-воу-воу, полегче. Финн тоже был неплохой. Довольно-таки. Довольно-таки неплохо. Субскрайб и колокольчик. Вот там, видели? Вот там вот только что было. Это вас тоже касается, пацаны, ребята. Ну там минус Маркус, конечно же. Там, само собой, минуснули Маркуса вообще без Б. In the buffs. Nice. Nice. Really nice. ММА. О, наши тут. Ой, хорош. Что, с мячиком прям? Так, вот здесь опять провтыкиваю. Ребят, я знаю, что вы постоянно говорите, что я много разговариваю и втыкаю Funny Moments. Сейчас я опять же точно так же буду делать, но вы напишите в комментариях. Значит, смотрим на Була с мячиком.
бросает мяч и... Я понял. Он сначала бросил мяч, прочистил для мяча дорожку ультой, и все на отличненько. Вау, хорош, хорош, хорош. А, две тимы осталось, две тимы. Вовка Ютуб тоже наш, по-любому, гадалки не ходи, даже может Путин за три, ой. Ой, годно, ребята, пацаны. Нет. Ну, за эти понты иногда приходится довольно жестко платить, так что лучше такого не повторять в реал-тайме. Такой, как я, прям. И обра... А так... Ой, слушайте, а он в замедленном действии такой, типа, какой-то рихленький. Смотрите, вы видели вот это у него? Вот эту хрень, вот эту синюю. Он как будто нарисованный, как будто это неправда. Ну, понятное дело, что он нарисованный. Я имею в виду, что как будто вообще херня какая-то происходит. Slice and dice! Оу, этот моментик я как бы тоже лицезрел этих двух Мортисов, но в свои funny moments не впилил. Очень уж длинный моментик мне показался, там минуты на 4, короче, на 3 минуты, короче, эти Мортисы просто разваливают всех. Чувак еще понавставлял музачки сюда. А, и указал автора, что немаловажно. Я, например, ленивый. Я вот так вот авторов реплеев не указываю. Ну, он, видите, вот этот чувачок, он вообще указал еще себя. Ну, типа, в смысле, свои водяные знаки поставил на весь видос. То есть, типа, это мой видос! Хотя он снял, ну, взял это в интернете. Сам себе. Практически все. Но я рекламлю его. Вот, пожалуйста, братишка, братишки, подписывайтесь на него. Переходите, смотрите видос. Не, ну, Мортисы жесткие. Опять же, два Мортиса в тиме, по-моему, это уже читинг. Ну, в общем, вы поняли. Эдиш. Да ладно. Сейчас доиграешься же? Нет, не доигрался. Окей. Лёня мансит. Лёня молодец. Ой-ой-ой-ой-ой, серьёзно? Оу! Стоп, 34, ничья? То есть Пайпер просто прыгнула и наугад бахнула Леона и выиграла при этом? Охренеть можно. Это классно. Это было уровнево. Rush! Там ульта есть. Ой-ой-ой-ой-ой, что творит Лионель Месси? Бан, реально. Это было красиво. Упс. Тимеры. Оу, еще одна. Пенни прям вырубает. И сейчас она зайдет туда, потому что она думает, что там его нету. Забавный нигер. Эй, бро, привет! Heavy metal! Ну заходи, заходи туда уже! Нет, не зашла, слушайте. Пока. Пока! Эдиш и баночка будет гол. Будет ли гол? О, что происходит? Нормально. Джин. Это, кстати, очень удачно было по поводу Пайпер. Вау. Прям это лучший джин, которого я реально видел. Серьезно, вот, блин, это... Я так понял, именно в честь этого момента и назвали этот видос, да? Давайте еще раз его посмотрим, просто чтобы... Хыдыщ притянул! Леон из-за этого умер.
мансит всячески, и тут опять притягивает, и Булл ее убивает. Ну, шикарно. Нет слов. Руки-куки. Руки-куки, что-то прям серьезно. Двухбаночный вас насадил двоих. Двухбаночный убил 13-баночных. Это просто... Что? Что там? По-моему, я тоже это видел где-то. Если серьезно. Эль Примо. Вот эти финты в Броулболе, ну, на пятерочку. Я, кстати, не умею. Кто умеет играть в Броулбол, палец вверх и оставляйте комментарий. Я в Броулболе вообще тупо нубас. Ой, хороша. И воробушка. На! А ты что? Биби Айкрю 300. И что сейчас? Что сейчас будет? А, просто перемотал. Я думал, сейчас у нее еще заберут в обратку. Но нет, не забрали. И дубль 2. Но это мы уже опять же видели. Но там до хера банок. Оббежала, оббежала. Плюшка, плюшка, плюшка. Красота. Алекс, я так понял, основатель этого канала, показал нам вот еще в самом начале эту тему. А что это? Что это, черт возьми, такое было? Адский паровозик. Охренеть. Реально, реально какой-то дикий паровозик. Я вообще не могу понять, это в реальном бою было или что? Давайте на ники посмотрим. Ну да, судя по всему, да. Единственный момент, что меня смущает... Да нет, вроде норм все. Охренеть, какая-то жесть. Смотрите... Пэм, Джесси, Пэм и тупо все роботы, блин, как их там, бомехи, да? Капец, трансформеры, Пэм ведет трансформеров. Паровозик из трансов. Охренеть, тупо прикольно. Мне это забавно. Бжжх. Ой, красота, ой, красота. Ребят, не забывайте ставить подписочку, если вы по-прежнему смотрите и досмотрели до этого момента, и вдруг вы не подписаны. Вам по барабану, если у вас подписка или нет, а мне это очень важно. Я даже не знал, что он разговаривать умеет, если честно. Это типа самый скилловый Карл в мире или что? 11 банок? 14 банок! И это соло-игра, кстати. Чувак просто забирает все себе. Он просто тупо... Это реально читы на этой карте. Становишься в этом месте и тупо разваливаешь, собираешь все банки. А чего они все тимятся-то? Ну, конечно, кто теперь 17-банковым там будет? Но Карл затаил обидку на кольта. Я помню, он, ну, типа... Затаил немножечко он обидочку. Сейчас убьет, по-любому кольта убьет. Нет, не убивает кольта. Робот уходит за ним. Что это было? Так, нашел опять дырочку. Собрал 20 банок. Ну, они все смертники. Тут вопрос в том, кто первее умрет. Эль Примо или Шелли. Сейчас еще Шелли может ультануть. Ой, она это и сделала. Ну, тут без шансов, конечно. Сейчас робот убьет, да? Изи. Но Карл с его-то возможностями был вообще абсолютно на грани. Ребят, мне понравились. Мне реально понравились эти репки. Множество из них я видел. Но самое то, что меня угарнуло, от чего я угарнул, это, конечно же, вот эти трансформеры, где они там
Вот эта вот история, тупо трансы, ПМ и куча бомех. Это было действительно довольно-таки прикольно. Ребят, пишите, какой момент вам больше всего понравился. Обязательно подписывайтесь на канал. В ближайшее время будет еще одни Funny Moments. У меня вообще целый плейлист по Funny Moments. Это какое-то там уже 29-е или 30-е. Я знаю, что вам нравятся эти видосы, поэтому, если они вам нравятся, рассказывайте о них друзьям. В общем-то, давайте, чтобы нас уже скоро стало 2 миллиона. Вот-вот уже! Скоро-скоро! С вами был Аурум. Всем удачи, ребят!